Вот, вызвали кораблик, пускай прикормит немножко. Почему-то все время цепляется, вроде все по технике. И вот такие запросы, я не понимаю, в чем дело. Бля, какой-то хитрый карасик вообще. Вот так, чик. Как-то так, пока тишина. Всем привет. Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня мы с Альком приехали на нашу любимую речку Вента. Будем открывать фидерный сезон. Я сейчас сделаю 5 закормочных кормушек, накину. Залег без прикормки, ну, с прикормкой, только сразу же, без закорма. Начал ловить. В том году были хорошие рыбалки здесь. Посмотрим, что там принесет новый сезон. Поэтому сейчас кормим, а потом ловим. Ура! Ура! Ну что, первый заброс сделан. Ожидаем поклевки. У Саньки уже второй. Так, у меня что-то откинуло, но это... У меня 30 грамм кормушка стоит. Потом, может быть, поставлю чуть потяжелее, посмотрим. Ну, будем ждать, будем ждать. Пока сейчас привяжу другой поводочек. Поставлю 0,12 с другим крючком. По поводу прикормки. Прикормку замешали дома, чтобы в холодной воде не морозиться, чтобы она долго не впитывала воду. Решили дома замешать. Ловлю на простого опарыша, мотыля и пинку взял еще. Санек еще на кукурузу также ловит. Пока будем ждать. Вода немножко мутноватая. Но главное, что лед не несет. Течки сильные в нашей заводе такой нету. Ждем. Не, есть что-то. Поклевка была? Была поклевка и первый результат абсолютно голый крючок. Видимо, хитрый зимний карась. Ну ничего. Главное, что начался клев. Ну как клев? Поклевка? Клёв-то, конечно, еще далеко нам до клёва. Напомню, ловим мы на секретное оружие. Трех опарышей. Три опарыша и кукуруза. Вот и весь секрет раскрылся. Весь секрет, да. Ну, радует. Радует, радует. Была поклёвка, я мамой клясться не буду, честное слово. Ну, крючок пустой. Человек пустой, как доказательство, что была поклевка. Ладно. Я пару раз листик зацепился как-то. Все, и надо перекидывать тогда. Что показала? Да ё! Это было приятно. Ладно, сейчас Санек закинет. Хочу позорить наш маленький город. Что-то у меня с запросом. Просто новая палка, не могу привыкнуть, почему-то все время цепляется, вроде все по технике. И вот такие запросы, я не понимаю, в чем дело. Это он просто на камеру показал, что вот такое бывает. Да, на самом деле, как все четко. Да, и хочу сказать, почему не выходили видосы на канале. Те, кто подписаны на меня в Инстаграме, знают, что у меня родился сын. И у кого есть маленькие дети, понимают, что первый год, два, с рыбалкой надо немножко будет подзавязать. Не полностью. Жена меня понимает, отпускает. Но семья, конечно, на первом месте. Поэтому рыбалок сейчас стало реже. Но в этом году планирую исправиться. Ездить почаще, снимать почаще видео. Напишите, если интересно, даже вот как вот приехали мы сегодня с Саньком, если даже рыбы не будет, интересно вам такие видео или нет. Конечно, с рыбой интересно, но
Делаем все возможное, чтобы ее поймать. А сейчас заброс от Санька. Если интересно, могу вас научить. Вот такую тактику, да, надо за нее деньги брать. Такие забросы. И все в точку, смотрите, все в точку, клипса, чисто точка, ровно. Все. Не оборвал и уже хорошо. Да, кукуруза долетела, так что ждем поклевку. Все. Все. Сейчас у нас будет чай с мамиными пирожками, а потом уже рыбачить начнем. Я как бы могу и покушать, и попить, и рыбачить. Сегодня особо времени нет покушать, но я думаю, мы сделаем сейчас небольшой перерывчик. Сейчас дождь начнется, посидим еще часики, домой поедем. Ну, в принципе, да. Нет, тут если что, под мостом можно спрятаться. Ладно. Так что, рассказал, почему и как нету видео на канале. Я думаю, вы должны меня понять. Семья пока на первом месте. Ну, не пока, вообще семья на первом месте. Ладно, ждем. Леща. Или карася. Кого ждем? Карлища. Все. Карлыша ждем. Ладно. Ловим. Да, какой-то хитрый карасик вообще. Вот так. Наконец, может, не самый чувствительный сегодня. Или квертип. Саня, шапка слетела. Да, спасак от меня убрать. Ну давай проверим теорию. Да. Что там такое мраза может брать? Посмотри, не поснимай, конечно. Камбала, наверное. Ну поснимай, конечно. Даже просто. О, видел? Это ветер. Я боюсь себя разочаровать. Не, ну это может быть. Да, там еще какие-то тучи идут. Дождя вообще нам не хочется. Пацак. Главное его потом не забыть, Саня. Убрал в сторону. Подальше от нас. Думали вообще его в машину отнести. Кстати, хочу вам показать мою новую обновку. Сузо, фидерное кресло с таким столиком. Оп, Санек теперь не знает, на что я ловлю. И спрятали от дождя наживку и прикормку. С уровнем можно выставить, но я немножко не так. Вот у меня сегодня первая рыбалка на него. Мне его прислали. А веса пока у меня никакого нету, но это все в будущем. Поправимо. Два вертушка таких. Кресло можно, спинку кресла можно полностью опустить вниз. Чехол снимается. Если вот так, как сия сегодня его испачкал, или хуже, когда будет клещ испачкается, его можно постирать, что офигенный плюс. Даже вот с моим логотипом ребята сделали. На рыбалке с Демидой. Ну, по первым впечатлениям, просто огонь. Такое бесклевье на нем можно даже и заснуть, потому что он очень мягкий. Он проваливается руками. Ну, крутой, крутой. Ножки регулируются, можно еще поднять. Вертлюги можно в сторонке отвести, чтобы не мешали. Есть еще платформа, но платформу оставил в гараже. Сегодня у меня первый такой тест этого кресла. Но пока впечатления только положительные. Цена у него тоже приемлемая. Оставлю ссылку на производителя под этим видео. Так что кому интересно, даже советую латвийским магазинам обратить на него внимание. Изготавливают их в Польше. Ну, качество просто. По первым впечатлениям просто пушка. Так что в этом году буду ловить с таким троном. Ездить на рыбалку. Крутой, крутой. У них и раскладушки есть, и кресла разные, простые стулья есть. Так что советую, идите посмотрите. А дождь будет, походу. Все нормально?
Ну, ладно, будем ловить. Вот, вызвали кораблик, пускай прикормит немножко. А то тишина у нас. Сейчас, походу, волна поднимется, надо будет вещи поднимать. А рыбы нет. Голландцы. Роттердам. Ладно, надо как-то сейчас будет вещи приподнять немножко. Кто-то употребляет наркотики, кто-то свежий воздух. Да, и чаечек на холодном воздухе. Ай, красота! Вот она, зима. Середина января. У нас дождь начал идти. Поклево, пока тишина. Пару тычков было, да и все. Ну, брать во внимание тут тоже можно. Можно не брать, вернее. Наверное, еще немножко посидим и будем заканчивать. Ну ничего, главное, что что. Вырвались. Помочили удочки. Крючки. Посидели, подышали воздухом. И уже хорошо. Рыба была бы, конечно, приятный бонус был бы, но как есть, как есть. Ладно, пока еще ловим. Держу вас в курсе событий. Как-то так, пока тишина. Ё-моё, сигнал! Это время заканчивать работу. Рыбалку заканчивать пора. Давай, контрольный. Двойной? Да. Все, финито. А, не, это, да? Не, а как было концом? Ладно, будем мы заканчивать. Мы старались как могли. Но не поймали мы ни хрена. Сейчас зато покормили рыбу. Прикормку выкинем, половину в воду для рыбы, половину на землю. Может, птицы съедят. Будем заканчивать. Вот такая вот бывает рыбалка в январе. Когда ничего не клюет. Но это не часто. Да, поэтому подписывайтесь, не отписывайтесь. Да. Отписываться не надо. Скоро будут новые видео. Там уже будет с рыбой. Точно. Но это не точно. Ладно, всем пока. Пока, да? Пока-пока.